Знаете, это очень элегантный и артист. Действительно, вы очень правильно сказали, это сердцеед. И для меня большая радость и большое счастье. Я недавно вернулся из этой замечательной страны, из Грузии, где я гастролировал. Грузия – это здоровый образ жизни, это хорошие фрукты, помидоры, хорошее питание. И для меня честь сегодня перевоплощаться в своего друга и очень красивого, элегантного мужчину Сосо Павлиашвили. Это большое удовольствие, это шарм и это шанс каждому артисту показать себя с другой стороны. Поэтому все мои коллеги, глубоко мной уважаемые, я понимаю, насколько это большой труд, перевоплощение. И я думаю, что здесь все, без исключения, находятся в очень хорошей атмосфере. Здесь действительно очень, не побоюсь этого слова, братская атмосфера. И я могу сказать честно, я бы с удовольствием здесь жить остался. Вот спал бы здесь и никуда не уходил. Мне здесь настолько нравится, вы себе не представляете.